Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании KXN на цоколе H1, температура свечения 4300 кельвинов. Поставляется комплект ксенона в фирменной упаковке. Внутри вот так вот все упаковано. Здесь находится инструкция с гарантийным талоном и схемами подключения ксенона. Два блока розжига Slim стандарта. Блоки металлические, полностью герметично заклеенные, пыли влагозащищенные. Подключаются на питание 12 вольт с помощью обычного разъема. Вот. И также два разъема ведут к лампам. Разъемы стандарта AMP. Есть еще стандарт CAT. Вот второй блок абсолютно идентичен. Так, ну и в комплекте также имеются сами лампы. Мощность ламп 35 Вт. Поставляются они в защитных колпачках для того, чтобы не повредились при транспортировке. Так, ну и также у нас разъемы для подключения ответные и два провода для подключения питания 12 Вольт. Вот, сейчас мы одну из ламп подсоединим к блоку розжига. Подключается все очень просто. Сначала широкий разъем, потом два поменьше. Разъемы все индивидуальные, подключаются между собой, перепутать не получится. Вот таким вот образом у нас уже готово к подключению полностью лампа. Что мы сейчас сделаем? Подключим и посмотрим, как она будет светить. Подключаем питание. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Конечно, к ксеноновым лампам яркости не занимать. Они светят всегда очень и очень ярко. Поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставлять правильно светотеневую границу, чтобы не слепить других участников дорожного движения. Вот как мы видим, температура набрала свою мощность. Вот так вот отсвечивает данный ксенон. При покупке на комплект обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.